Как мы тренируемся на коврике Лепко, да? Гвоздики, в общем, металлические. Покажи стопу, протыкается? Нет, можешь стопу развернуть? О, хорошо. Ну, а тут резиновые, его. Они помягче, да? Тут надо баланс выдерживать. Вот, даже встал, да, одной ногой. Да, показать, как надо стоять. Угу. Давай, а вот специально акупунктурные тапочки, да, они подвинчиваются вот. То есть массаж шиатсу получается, да, на акупунктурной точке. Массаж от кары какой-то. Угу. И вот так мы ходим в тапочках, да, и стоим на коврике. О, в полный рост.